Из-за некомпетентности русских командиров и несерьезного отношения к лесным боям 35-я общевойсковая армия России была практически полностью уничтожена в направлении Изюма. Было взято много пленных. Об этом, ссылаясь на британскую разведку, сообщил Американский институт изучения войны. Институт главной причиной разгрома оккупантов считает умелое и яростное сопротивление защитников Украины и военную мудрость как генштаба, так и командиров ВСУ на местах. Также напоминается, что под полным уничтожением эксперты обычно имеют в виду уничтожение 30% личного состава и техники, после которого подразделение теряет боеспособность.